Как выбрать сладкую клубнику? Для начала проверим у ягоды так называемые органолептические показатели. Да. Ароматная. Ароматная, да. Вкусная клубника имеет несколько явных признаков. Но каких? Ответ на этот вопрос точно есть у главного специалиста-эксперта территориального отдела Роспотребнадзора по Севастополю Елены Тимановой. Разбиваем вместе первый миф. Чем темнее ягода, тем она якобы слаще. Но это не всегда так. Сейчас очень много сортов ягод, которые разнятся своим оттенком, цветом, окрасом. Но самое главное, чтобы ягода имела плотную консистенцию, блеск. Хвостик ее зеленый был, черешок, и не был вялый. Клубника – это ценный кладезь витаминов и полезных микро- и макроэлементов. Ягода содержит фолиевую кислоту, клетчатку, каротин, пектин, железо, йод, кальций, фосфор, марганец. Помимо стандартного набора витаминов А, В, Е, клубника отличается повышенным содержанием витамина С. Сложно поверить, но аскорбиновой кислоты в ней даже больше, чем в лимоне. Поэтому во время ягодной трапезы важно знать меру. Здоровому взрослому можно спокойно съедать по 200-300 грамм в день. Оптимальное количество для больных сахарного диабета не должно превышать 60 грамм ягод в день. Что надо учитывать при выборе клубники для ребенка? Детям до 2 лет употребление этой ягоды нежелательно. Потому что она является высокоаллергенным продуктом и способствует развитию аллергии. Из-за разных сортов клубника может быть как маленькая круглая, так и огромная. Есть даже длинная ягода, вытянутая, словно миниатюрная морковка. При покупке тщательно рассмотрите продукт не только сверху лотка, но и внутри коробки. Также ягода может оказаться вялой и несвежей, если долгое время лежала на прилавке под воздействием солнечных лучей. Если клубника имеет блеск и не имеет признаков вялости, не имеет признаков гниения, каких-то вмятин, это говорит о том, что она свежая. Если же какие-то есть симптомы, грубо говоря, которые на клубнике отражаются, лучше бы не приобретать такие ягоды. Специалисты советуют покупать клубнику, чтобы сразу ее съесть. Не брать много, чтобы ягода потом лежала. Но и на этот случай есть совет эксперта. По многим источникам срок хранения клубники – это одни сутки. Далее, если же у вас клубника залежалась, лучше ее заморозить. Клубника – это готовый к употреблению продукт. Однако дома ягоду лучше промыть кипяченой теплой водой, чтобы смыть пыль и возможные остатки земли с грядки. Клубника должна поступать соответствующе с условиями хранения и документами, которые подтверждают ее качество, безопасность и происхождение. Будьте здоровы!